Коротко о том, как происходит рисование большого формата. Беру перо, чернила, беру печеньки, пряники и чай или кофе. И глядя на оригинал карты Милана, начинаю разбирать домики. Запутываясь, обламываясь и исправляюсь. Где исправиться не могу, забиваю. Драматизирую, бешусь. Каким-то чудом вывожу все в нормальное состояние. Если не вывожу, просто перехожу к другой части рисунка. Уроки по такой графике на Бусти, общение в телеге. Меня зовут Эдуард Кичигин.